В Ярославле почтят память Ивана Ткаченко. Благотворительный концерт «Растопим лед» состоится в воскресенье 9 ноября в день рождения погибшего хоккеиста. Вырученные средства пойдут на строительство детской спортивной школы в Дзержинском районе. Проект уже готов, а на его реализацию необходимы 120 миллионов рублей. Концерт с участием группы «Мамульки Бенд» и звезд сериала «СТС Молодежка» состоится в 18 часов во Дворце молодежи. Вход свободный.